Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка от легендарного бренда Wilmer. Зимние сапоги с натуральным мехом, с натуральной кожей спилок. И, друзья, эти сапоги до минус 30 градусов выдержат морозы. Это специальная разработка линейки Кюмфу от бренда Wilmer. Нью-Йоркская, кстати, разработка специально для телезрителей телеканала Shop & Show. Только на нашем телеканале вы можете приобрести сапоги со скидкой 27% за 6999 рублей и с бесплатной доставкой в любой регион России. Представит нам сапожки Микола Комендров, звездный стилист. Микол, привет! Здравствуйте, мои дорогие, доброго утра. Наливайте горячий чай или кофе и давайте выбирать самое лучшее, потому что зима не за горами, в Москве она уже практически началась. Партии у нас ограничены. Кстати, три цвета на выбор. Микол, есть коричневый, черный и синий. Ты как стилист рекомендуешь, кому какой цвет и подо что нужно выбирать цвет обуви зимой? Ну, в принципе, обувь мы подбираем только под верхнюю одежду, которую мы выбрали. Если вы уже определились с верхней одеждой, то выбирайте оттенок тот, который вы хотите. К примеру, если у вас бежевая шубка, выбирайте, например, коричневый. А у нас Светлана подсказывает то, что если у вас яркого, темно-синего цвета шуба или куртка, то выбирайте синий. Ну и, конечно, безусловно, черный под любую черную норковую шубу. А с размером как определиться? Мы выбираем с вами размер в размер, потому что это линейка бренда Wilmer Kumfo. Это 3D-моделирование и, безусловно, использование российского ГОСТа. Сейчас вы увидите на экранах модели Екатерину. У нее размер ножки 41, она выбирает для себя 41 размер. Светлана в синем цвете выбирает для себя 39 размер. Ну, смотри, Микол, русские зимы, они особенные, конечно, это не европейские зимы. В Сибири, например, минус 30 градусов, и ноги-то нужно утеплять, и не только валенки, правда? Скажи, да, пожалуйста, вот это специальная разработка от бренда Wilmer. Расскажи, что они предусмотрели именно в этих сапогах, Джессика, чтобы угодить зимним морозам? Ну, в первую очередь, они угодили тем, что использовали натуральные материалы. Мы знаем, что линейка Kumfo использует только натуральный продукт. Здесь используется кожа крупного рогатого скота, телячья кожа, которая выполнена в режиме спилок под велюр. А внешняя сторона согреет ваше и сохранит тепло и влагостойкость, а согреет сухое тепло именно овечья шерсть в составе, которая идет по всей поверхности. Около сантиметра полтора глубина данного меха, целостность полотна и сохранение, конечно же, его свойств. Так, давайте сейчас еще посмотрим, насколько нелегко застегнуться и на полненькой ножке. Есть ли проблемы с ногами, есть ли шишечка на ноге. Давай посмотрим, вот насколько они подойдут, эти сапоги. Вот как раз-таки сегодня у нас демонстрирует обувь Екатерины. Екатерина 25-26 сантиметров обхвата широкой части стопы, что означает где-то в среднем 7-8 полнота, и 44 сантиметра обхват икры. Но ножка получается узенькая, длинная, но 41 размера, при этом широкая икра. Обратите внимание, не даже действуя подстройками под резинки, а данное голенище садится хорошо по ножке. Это говорит о том, что сапожки подойдут, чтобы вы их носили с колготами, пододевали под плотные лосины или даже заправляли под них брюки. Эластичная резинка, которая скрыта с внешней стороны по заднику, обеспечивает еще дополнительное расширение по голенищу. Здорово, а я даже, смотри, Микол, я джинсы заправила во внутрь сапог. Вечно мне, вот знаешь, проблематично подобрать для себя высокие сапоги, но не застегиваются они. Мне очень нравится, что от бренда Wilmer это изумительная адаптация и под полненькие ножки. Да, смотрите, у меня даже здесь запас еще есть. Ух, смотрите, теперь каждый может себе позволить такие сапоги. Высокие сапоги от бренда Wilmer, Джессика, за 6999 рублей с бесплатной доставкой в любой регион России. Давайте потрогаем натуральную кожу. Слушай, смотри, вот это спилок, да, достаточно такой бархатный вариант, велюровый, я бы сказала, вариант. Давай сейчас сделаем проверку на грязь, а, для наших телезрителей. Безусловно, данный бренд создает обувь для российских реалий, и, конечно же, грязь здесь тоже уместна. Мы сделали стандартный наш классический эксперимент, вылили грязь и воду. Безусловно, спилок удерживает и сохраняет влагостойкость. Подошва за счет литьевого крепления плюс еще и прошитого борта прошивного обеспечивает полную герметическую часть, что и дает возможность этой зимой сохранить в минус 30 свое собственное тепло.
АС обеспечит сухое тепло и, безусловно, здоровье для своих ножек. Ой, какая прелесть. То есть, смотрите, натуральная кожа, которая у нас здесь в виде спилока представлена, не промокает, в грязь не впитывает. Ну и представьте, зимы-то тоже разные бывают, но иногда выходишь на улицу слякотно, грязно, и потом обувь грязная, мы как-то себя некомфортно, неуютно чувствуем. Вы сегодня выбираете качество от бренда Wilmer. Это натуральный спилок, натуральная кожа, внутри натуральный, теплый мех. Смотрите, какая тепленькая шубка. Эти сапоги будут думать о вашем здоровье. Эти сапоги будут создавать максимальный комфорт для этой зимы. Говорят, зимы будут в этом году очень суровые. Минус 30 градусов. Да легко выдержат сапоги. Джессика, самая выгодная покупка только сегодняшнего дня. Смотрите, у нас есть синий, коричневый и черный цвет. Какой вам нравится больше всего? Советую вам поскорее сделать свой выбор, потому что партия у нас лимитирована. Это специальная разработка только для телеканала Shop & Show. Специальная адаптация под пышные ножки. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Смотри, вот мне нравятся эти сапоги еще тем, что здесь высокая подошва. В прошлом году у меня были приобретены в магазине такие сапоги, похожие. Да, действительно, ноги не замерзают. Мы в Коломенском в прошлом году гуляли там с нашими друзьями. Я понимаю, что все замерзли, а я не замерзла, но ноги у меня устали больше, чем у других, потому что подошва высокая, как правило, нога не сгибается, из-за этого ноги устают. Да, это действительно так. Зимой очень важна конструкция и плотность подошвы, но если она не имеет адаптацию под сгиб и анатомическое правильное движение человека, что сейчас как раз-таки показано у данной модели, то тогда обувь, безусловно, конечно же, не дает возможности вам чувствовать комфорт. Безусловно, важна и высота колодки. Обратите внимание, мы используем с вами обычный сапог и, конечно же, наш собственный. Смотрите, полностью сапог окунается, значит, уже идет контакт воды вместе с замшей. Реагенты начнут рано или поздно разъедать кожу. Но у нас с вами модель с более плотной и более толстой подошвой, а значит, она и дает возможности среднестатистические сантиметры грязи обеспечить возможности не доставать их до замши. Здорово, ножки промерзать не будут, у них очень удобно, комфортно, ничего не пережимает. Это специальная разработка от бренда Wilmer с бесплатной доставкой.